для балетных красивых рук. Эти упражнения вы можете делать либо вот с этой позиции, либо с позиции вытянутых ног. Я буду показывать с этой позиции. Значит, ножки вытянуты, носочки вытянуты, спинка прямая, мелочки вниз, шея длинная. Первое упражнение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще четыре раза. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И быстро. Раз, два, три. Вытягиваем спину. Пять, шесть, семь, восемь. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Быстро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. Тянемся вверх. Четыре, пять, шесть, семь. Вытягиваем носки. Последний раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Молодцы. Следующее упражнение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шея длинная. Раз, два, три. Шею вытягиваем. Пять, шесть, семь, восемь. Ручки вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повторим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Право. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ручки вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Последний раз. Раз, два, шею тянем, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не забываем про спину. Раз, два, шея длинная, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение. Оставили руки наверху и пошли круговые движения. Раз, два, три, четыре. При этом держим спину прямо и вытягиваемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Последний раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ручки соединили и назад. И два, и три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. Тянемся наверх. Четыре. Носочки тянем. Пять, шесть, семь. Последний раз. И два, и три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Только назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Последний восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ручки наверх, потянулись. Согнули правую ручку, растянули левую. Вытянули ручки наверх и потрясли ручки. Встаем в первую позицию, пятки вместе, носки врозь. И делаем руки наверх и вниз. Два и вниз. Обязательно соедините наверху
и внизу. Три, четыре, пять, шесть, семь и еще. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два и еще. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Последний раз. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Встряхнули. Следующее упражнение. Руки в сторону и делаем волну вниз и наверх. Вниз, наверх. Три, четыре, пять, шесть, семь и еще. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. И последний раз. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Опускаем руки. Потрясли. Отдохнули. Подняли руки в стороны. И начинаем пружинить вниз. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Опустили, встряхнули руки. И еще раз подняли в стороны. И начинаем трясти, пружинить. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Опустили. И последний раз подняли. И начинаем пружинить. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Опустили. Потрясли. И отдохнули. Эти упражнения вы можете делать как сидя, так и стоя. Делайте их каждый день, и вы почувствуете, как ваши мышцы рук начнут укрепляться. До новых встреч!